Приветище! Это игра «Больше одного подземелья 2», и мы продолжаем. Потому что в прошлой серии, под прошлой серией, набралось 4000 лайков. О, кстати, я тогда не хотел есть вот это гниющее мясо. Съел в этот раз, и оно восстановило здоровье. Нифига себе. Короче, в прошлой серии я подрался с боссом. У меня меч сломался. И я тебе про это и хотел сказать, что я дрался с боссом, и у меня меч сломался, вот этот крутой. Что ж... Так, подождите, карту мне не надо, я хочу инвентарь. Меч вот этот, он крутой, мощный, но ломучий. При использовании расходуется энергия. Видимо, энергия кончается. Подожди, да, энергия кончилась, и, соответственно, меч сломался. Все, теперь я понимаю, почему так. Тогда всовываем кинжал. Всовываем в руку кинжал, и все, можно идти. Еще мясо, съедаем его. Отлично, яйца можно сломать? Фу, какая жижа. Если я встану на нее, да, я отравлюсь, понятно. Тут ничего интересного. Вот смотри, я думал, это сыр, но это не сыр. Короче, продолжаем открывать двери. О, монетки, спасибо. Спасибо тебе, жучара. Открывать двери, искать новые предметы. Я же в прошлый раз нашел вот эту палку, посох с огнем. Теперь буду всех... Оу! Страшно-то как, нифига себе. Паучаром выполз из бочки. Ну, хотя это не бочка, что-то другое было. О! Пожиратель. Смотрю, он даст. Тут бомба есть? Ничего себе. Бомба есть. Короче, если ему скормить что-нибудь, он даст тебе энергию или здоровье. Давай посмотрим, что я могу скормить его. У меня есть колба с энергией. Надо ее, кстати, выпить. Почему бы ее не выпить? Кстати, да, давай выпьем. Выпили, энергию восстановили. Все, тогда я тебе ничего скармливать не буду. Хотя здоровье мне бы понадобилось. И ключик у меня еще есть. Ну ладно. Ладно. Так. Давай посмотрим, что у нас здесь. Жучок. Зелененький жучок. Он ничего не дал. Обидно. Так, поджигаем вот эту штуку. Тоже ничего нету. Карта. Покажи мне, где мы находимся. Мы где-то рядышком с хранителем ключа. Хранителем печати. Оп. Ой, блин, как они резко появляются. После того, как я коробки или что-нибудь взрываю. О, новый уровень, отлично. Получить 50 кристаллов каждого вида. Увеличивает сопротивление всем негативным эффектам. Увеличивает защиту от огня, льда и кислоты на 10%. Может быть вот это? Давай вот это вкачаем. Да, защиту от кислоты и прочей всякой штуки. Целебный отвар. Можно будет его сбагрить потом жрущему тому чудищу и получить... И получить здоровье. Капец. Разворотили зомбаря, как будто его хотели тут сожрать. Можно это сжечь? Нет, нельзя. А бочку взорвать... Бочку можно, вот тут вот я думал тайник, но нет, бочка нам ничего не дала. Про слизняков, помнишь, в прошлой серии я прочитал, что если скормить слизнякам что-то, то они тебя чем-то дарят. Вот, например, мне сказали, что вот этих чуваков можно не взрывать, а просто им скормить. Я тогда перепутал со слаймом. Так, давай выкинем, выбросить. Не. Я просто тогда перепутал, что слизняки это слаймы. Мы слаймов тогда встретили, я им скинул товар, а они как бы ничего, никак не отреагировали. Мне сказали, что нужно вот этим вот чувакам скидывать. Ну, типа, слизнякам статуям. Ну, как ты видишь, тоже не прокатило. Либо мы сейчас еще где-то встретим. Еще где-то встретим этих слизняков. Нужных. Вот, о, там что? О, кристаллики. Пойдем сходим. Заберем. Туда мы сходим куда-то вот прям далеко-далеко. Вот здесь вот где-то что-то у нас есть. А, так мы тут были. Подожди, мы тут были. Да, и вот он этот. Сжиратель. Ну, давай скормим ему отвар, потому что у меня их целых 3 банки. Выбросить. 5-10 здоровья мне восполнил. Ну, спасибо тебе, спасибо. Продолжаем. Значит, куда мне теперь пойти? Подожди. Куда мне лучше сходить? Ну, пойдем наверх, пофиг. Пойдем наверх, сходим. Посмотрим, что там меня ждет. Здесь тупик, но может быть здесь скрытая стенка? Нет, ничего здесь скрытого нет. Тупик и все. Тогда идем сюда. Здесь справа, походу, да. Да-да-да, тут у нас головоломочка небольшая. Дерево вижу, дерево, есть дерево. Вот тут вот что, вода, дерево, вода. И здесь огонь. И здесь огонь. Окей, дерево, вода, огонь, значит. А что первое будет? Ну, допустим, давай дерево, потом вода и огонь. Огонь. Правильно? Нет, неправильно. Тогда давай наоборот, огонь. Первым будет огонь, вода и дерево. Вот так вот. Нет, не так. Ладно, значит дерево. Окей, вот дерево. Оно внизу. Тут выше. А, все, я понял как. Смотри. Дерево в самом низу на полу. Вода на стенке. А огонь на потолке. Вот тебе и все уровни. Вот, до меня наконец-то дошло. Значит, дерево. Тут вода должна быть. Все, я теперь понял, как эта разгадка разгадывается. И вот,
Нет, обломись. Не так. А! Кто б мне сказал, что я не там кручу-верчу? Ну давай здесь проверим нашу догадку. Вода и огонь. А, подожди, огонь же был. Огонь был. Не так все сделал, подожди. Дерево внизу, вода здесь и здесь огонь. Вода, все правильно. Зелье, кристаллики, отлично. Все круто, спасибо тебе, тайничок с головоломкой. У нас вот тут что-то спрятано, давай. А, сундук, откроем его. И здесь зелье энергии. Так, поскольку у нас энергия есть, значит и меч тоже работает. Меч тоже работает. И это хорошо. О, ключик. Посыпки. Ключик — это здорово. Вот это можно сломать? Можно. А здесь можно сломать? Нет, нельзя. Ладно, пошли дальше. Будем ковыряться, двери открывать. И чего-нибудь... тайник вижу. Вижу тайник. Грибов-то сколько? Можно грибы? Не, грибы не рубятся. Тогда мы сожжем это все. Вон туда можно? Нет, нельзя туда точно. 100% нельзя. Здесь что-нибудь есть? А. Пойдем стенку подорвать. Стенку подорвать. Бабах! Ого! Ого! О, броня! Нифига себе! Защита от физической атаки, от огня, от льда, от яда. Снижает получаемый вами урон на 20% еще вдобавок ко всему. Я одел этот доспех? Да. Нифига себе, удачненькая. Зашел в тайничок, слушай. А если бы не было бомбы, я бы сейчас просто просрал бы эту броню. Эту защиту. Окей, тут значит все, возвращаемся обратно. Нам вот сюда надо. Теперь вот сюда. Тишина такая, спокойствие. О, к логову хранителя пришли. А, они паутиной кидаются, нифига себе. До этого у меня никто не стрелял паутиной из пауков. Черт, я теперь так замедлился. О, тут опасно, тут очень опасно, все понятно. Короче, если ты не прорезал паутину, она обязательно... тебе на лицо попадет. Вот он, хранитель, кстати, с фиолетовыми глазами. Не подходи ко мне, не подходи. Готов. Хранителя. И ножик, кинжал. Клинок этого кинжала намного длиннее обычного. Круто. Подожди, давай посмотрим. 11 из 11. Куда бы тебя поставить? На Q. На Q можно? Не, нельзя. Давай на двойку. Так, ну-ка, возьмем. Ну вот. Если чё, кинжал есть, он и круче еще. Значит, паутинку надо разрубать. Разрубаем паутиночку. Можем вот сюда сходить. Давай посмотрим, что тут у нас. Яйца. А, они зиц берутся, нифига себе. Три удара мечом вот этим крутым, и все. Им крендец. Отхилимся. Еще у меня где-то была энергия, да, вот ее бы неплохо бы выпить скоро. А то у меня скоро закончится все. О, жрачка. Жрачка. Паучок, не подходи. Ну, жрать-то мы вот это не... Вот смотри, оно воняет, оно зеленое. Вот лучше, наверное, это не есть, да? Потому что отравимся же, 100%. О, жучок. Что-нибудь дашь? Нет, ничего не дал. Жучара. Окей, подожди. А, тут столы с едой показываются. Ну, давай попробуем сесть. Отравление. Ну вот, в принципе, да, я это и ожидал. Ну, здоровья дофига, я решил попробовать, рискнуть, как говорится. О, карта. Карта подземелья, отлично. Мы теперь знаем, что, где, кого. Взрываем, нафиг это. У меня же целебный отвар есть, можно было выпить, что-то я тупанул, заодно бы его и проверил. Ну ладно. Так, жучару раздавили. В коконе никого не оказалось, тут тоже никого. Меч сломался, это значит, что у нас энергия вышла. Точнее, не вышла, а закончилась. Энергия вышла, куда она вышла? Погулять? Наверное, погулять. Так, тут да, тут все. Мы тут вроде бы никаких тайников не упустили. Идем дальше. Только наверх. А подожди-ка. Мы кое-что пропустили, надо вернуться. Вон там, справа внизу, смотри. Нифига себе, вот это как это. Сейчас мы туда сбегаем. Вот что я пропустил. Кто тут? Тут глаз. Тут глаз был. Здесь телепорт есть. А это что такое? Ай-яй-яй, разум затуманило. Тоже это взрывчатка какая-то опасная. Лучше к ней не подходить, вон этот. Ага, взорвались издалека. Так, отлично. Тут у нас кристаллы для льда. Сейчас телепорт заюзаем. Подожди, я еще посмотрю. Тут вот сюда мы не сходили. Воу-в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 оу. Зомбари. Смотри. Ха, прикол.
Зомбаря убиваешь, он не убивается. Он, у него как бы ноги отрубаются, и он продолжает движение на своих руках. Забавно. Сундук. Яй-яй-яй, едкая штука, вот это вот вода. Тут у нас кто? Здесь у нас энергия, отлично. О, пожрать можно, спасибо. Хорошая жрачка. Все, вроде бы тут все забрали. Все есть, погнали отсюда. Давай зайдем в телепорт, посмотрим, куда нас это приведет. Тут довольно-таки опасно. Ладно, полезли наверх. Там, вон, смотри, сфера огня есть. Это круто. Сейчас надо будет пройти здесь пару ловушек. Совсем изичных ловушек. Так. Есть. Тут у нас что? Ну, тут просто все. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Не обратил внимания вот на эту штуку. А это что? Изумрудный череп, артефакт. Использовать 20 энергии, чтобы превратить трупы рядом с игроком в кристаллы. Ух ты, классная штука. Я даже не знаю, что. Слушай, а я просто взял этот артефакт, и все, у меня как будто место было для него. Вы нашли артефакт, нажмите Q, чтобы его использовать. При использовании расходуется энергия. Ну ладно. О, подожди, то есть у артефакта... А, у артефакта отдельное место есть. А это реликвии, все. Я реликвии с артефактом перепутал. Ну круто, значит, будем юзать. Пойдем посмотрим, там, кстати, парочку трупаков должно было остаться. Сейчас заюзаем. Есть тела? Тела тут есть? Вот, смотри, давай попробуем. Недостаточно энергии, надо энергии выпить. Ну-ка. О, крутяк! Обалденно, я из трупов теперь могу делать кристаллы для своих посохов. Вау! Вау, обалдеть. Так, значит, я не зря сюда сходил. Слушай, вообще не зря. У меня сколько там чего барахла какого-нибудь выкинуть, может быть? Я просто про то, что... Вот это, кстати, можно взорвать, как думаешь? Ладно, не буду бомбу тратить на это. Я хотел скормить кинжал и палку. Кинжал и палку нашему доблестному пожирателю. Пойдем до него добежим. Потому что у меня все закончилось вообще. Вообще все. Пожиралка. Я тебе отдаю, значит, палку. И вот этот кинжал. Вот. Все остальное мне как бы нужно. 10. Ну, нормально, пойдет. Так, возьму вот этот вот меч, потому что он не расходует энергию. Вот сюда бежим. Бомба и пауки. Паучары. Пауканы. Не дошли вы до меня. О, монетки. Отлично. Так, тут вроде ничего. Можно использовать... Ну, давай заюзаем. Ладно, хотя всего 2. Нет, не будем использовать. Хотел использовать артефакт, но думаю, энергия нам пригодится. У меня всего 10 энергии. Так что вот, вот тут жучок. Ничего не дал. О, отлично. Отвар. Чёртовы пауки. Нифига себе, как он этим кинжалом фигачит. Круто. Круто. Так, дальше нам куда? В воду эту я не пойду. О, снова вот эти штуки. Блин, что это такое? А погоди. Хе, казино. Давай, играем. Только не слизняки, пожалуйста. Только не слизняки. Змей. Змеи выпали. И тут есть щипцы. Реликвия. Убийство врагов приносит в 2 раза больше ярости. Мне взять-то ее уже некуда. Сапоги. Шерстяные носки. Ха, какие сапоги. Сапоги скорости. Не только защищает ваши ноги от холода, но и увеличивает скорость передвижения. Сколько реликвий-то? Какая броня! При атаке вас в ближнем бою враги получают небольшой урон. Забираем и одеваем эту броню. Как мне ее одеть? Использовать. Вот. Блин, это... Тут такие реликвии классные на самом деле. Ярость нужна, чтобы использовать свою ульту. А это увеличивает передвижение. Ладно. Ладно, короче. На самом деле я бы взял их и сбросил хотя бы кормильцу, ну, пожирателю. Но до него бежать так далеко, мне лень. Поэтому... Так кто? Ты кто? Зомбарь. Готов.
Вот здесь вот что-то здесь вот есть. А, понятно, что тут есть. В принципе, все, мы эту пещеру обижали, подземелье. Открываем, значит, печать. И, наверное, отсюда выходим, да? Пошли. И знаешь что, я, по-моему, мало... А, это еще не все. Второй уровень, видимо. Подземелье. Блин, здоровье, вообще плохо. Мне бы левел ап сделать, чтобы здоровье и все восстановилось. Как бы... Так, ну давай взорвем. Нет, ничего там нету. Эх, здоровье восстановить. Ну, чуть-чуть осталось на самом-то деле до левел апа. Так что надо прожить как-то здесь. Ну и на битву с боссом надо купить страховку. А монеток у меня как раз на страховку, отлично. Да взрывайся ты. Вон глаз вижу. Глаз уничтожили. Телепорт. Ай-я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 й. Спокойствие, спокойствие. Готов. Чуть разум мне не затуманили. Левел? Нет, левела не будет. Жалко. Пойдем посмотрим, что здесь нам приготовили. О, что это такое? Взаимодействует. Ага, он открывает дверь, а там он что-то ходит, слушай. Я вижу, что там кто-то ходит. Что это такое? Что это? Оу-оу-оу. Нифига себе, у меня же здоровья мало. Вы чё пугаете меня так? Блинский. Они за спину телепортируются, негодяи. Ну, я как бы вовремя отреагировал, но у меня, к сожалению, закончилось огниво. Поэтому берем ледяной посох. Чуть страшные чуваки какие. У них вместо лиц щупальцы. Они как будто хотели поглотить мою душу. И чё вы защищали, товарищи? Ну-ка. Щит! Морозный щит. Он даже урон наносит. 4-5 кристаллы. Вот, чтобы использовать его, видимо, нужно вот столько кристаллов. Блокировка отнимает энергию. Атакует врагов перед вами ледяными шипами. Хм. Щиты. Первый щит, кстати, наш. И причем такой крутой. Вы нашли щит. С его помощью вы можете блокировать атаки врагов при помощи маус 0. Но на это тратится энергия. Некоторые щиты обладают особыми способностями. Вы можете использовать их, подняв щит и нажав маус 1. Допустим, давай я его использую. О, да, мы теперь с щитом. Так, зря я это нажал. Вот. Щитом теперь могу прикрываться. Ха, я как рыцарь настоящий. Ну, спасибо вам за это, я пошел отсюда. Блин. Так, подожди, вот эта реликвия, сколько она использует? 20 энергии. Хотел кристальчики сделать себе, но не получится. Мало энергии. Тут надо проскочить быстро. Так, вот вам, шипы мои. Нифига себе, как я их раздробил. О, и левел, отлично. Что он дает? Мгновенно переместиться на следующий уровень подземелья. Нет, спасибо, не хочу. Увеличит максимальный запас энергии на 5 единиц. Надо. Количество ярости, необходимое для активации навыков, снижается на 15%. Давай вот это вот, чтобы у меня больше энергии стало. А, он замерз, прикинь. Он замерз от моих шипов ледяных. Классный щит. Офигенный просто. Вот это я понимаю, сходил. Ах, ты куснул меня. Он сейчас может меня укусить. Но щит меня спас. Так, подожди, у меня есть отхил? У меня нет отхила, у меня только лечебные твары. Надо где-то золото найти. Если я найду золото, оно меня как-то отхилит. Надо сейчас очень аккуратно идти, поэтому я беру посох, буду сдалека лупить. А, закончилось, да. Поэтому вот этот посох берем. Это не то, что я хотел. Я почему-то был уверен, что левел ап нам обнулит хп, энергию, собственно, все. Но, как видишь, нифига он не обнулил. У меня еще меньше здоровья стало. И курица, конечно, ядовитая встречается. Ну почему? За что мне это? Я как-то согрешил в этой игре, что ли, или что? Аккуратненько смотрим по сторонам. Может, тайнички где, а, есть? Тайничковые тайнички. Пока не видно. Сейчас как в ловушку попаду. Как агрибу. О-о-о. Это что у нас? Это жизнь? Нет, это не жизнь. Да уж.
Не круто это, не круто. Загнуться. О, блин, у меня энергии опять не хватает. Тут три трупака лежит. Так, значит, мы идем теперь, знаешь, куда? Вот сюда вот нам надо. Пошли сюда. Есть кто тут? Никто на меня не выпрыгнет? Не собирается? Не собирается выпрыгнуть. Сундучок. Пожалуйста. Да, здоровье, отлично. Отлично, спасибо. Это то, что я искал. Выпиваем. Фух. Фух-фух-фух. Фух. Ну, теперь можно передохнуть. Спокойно вздохнуть. Нету? Маг! Или это хранитель? Ты хранитель или ты маг? Ты кто такой? Не, это обычный чувачок-маг какой-то. Зомби-маг был. Там есть что-то интересное. Пойдем посмотрим. Тут больше никого нет. Курочка! Когда она уже не нужна. Раньше надо было курицу мне давать. Раньше. Пауки. Я вижу пауков. Паучки, паучки, паучки. Готов один. Глаза. Ох, как я его порезал. Этого пауханища. Куда пойдем? Направо, пошли направо сходим. Направо. О, это хранитель, я понял. Я сюда. Отстань от меня, бомба. Готов. Но он меня все равно немножечко покусал. Негодяй. Энергия, отлично. Энергию сейчас бахнем и пойдем. Месить чувака. Так, знаешь, что я возьму? Я возьму вот этот меч. И, наверное, вот так вот я пойду. Ой. Давай. А, он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, задели меня. Мимо. Готов. Немножечко мне разум затуманили, чувачки эти. Плохо. Берем посох тогда. А где сам хранитель? А вон он вдалеке стоит. Хранитель. Отхилок больше нет у меня. Я здесь не пройду. Лучше я обойду это нафиг. Дело все. Тут не пройти. О! Ты ник, отлично. Давай, кидай бомбу. Че тут, че тут, че тут? Блин, ну дали бы отхил, а. Что это, рогатка? А, волшебный меч снова. Инвентарь переполнен. Блин. Энергию давай заюзаем тогда, что? Юзаем энергию. А этот меч мы потом скормим кому-нибудь. Волшебный меч. Он должен дать очень много. Смотри, там курица. Там курица, но мы туда не пойдем. Так, поскольку у нас здесь три трупа, давай заюзаем нашу реликвию, артефакт. Вот так вот, отлично. Получили. Ух, прилично так получили. Ну чё, волшебник, давай издалека попробуем тебя пострелять. Привет. Ё-моё, вот я нарвался так. Нарвался, ещё и в паутину мне. Всё, я сдох, прикинь. Смерть забрала 50% моей голды, а это говорит о том, что я не смогу купить страховку. Надо набирать заново. Ладно. Возвращаемся, значит, домой, в замок. Сейчас мы здесь попробуем поиграть за волшебника. Ну, вообще, откроем все-все, что мы можем. У нас достаточно рун. Рун у нас много. О! А я этого места не видел. Смотри-ка. Статуя паладина. Круто. А вот слизни. А ты кто такой? Говорить. Аристократ. Слизень аристократ. Прошу прощения, не могли бы вы уделить мне немного вашего времени? Ну давай послушаем, что ты скажешь. Мне неудобно об этом говорить, но какие-то негодяи украли мою раковину, пока я принимал ванну в этом пруду. Если вдруг наткнетесь на нее, прошу, принесите ее мне. Да, дружище. Голопопенький там. Ладно, я учту твои пожелания. Кстати, у меня снова 100 золотых. Откуда у меня деньги? Видите стену, которая подозрительно шевелится? Попробуйте ударить ее. Здесь я ничего не вижу. Но я понял про какие-то стены, про миражи ты имеешь в виду, да? Так, а тут у нас еще заблокированная дверь. Понятно. Вот тут вот еще давай почитаем, что нам расскажут. Как правило, проклятое оружие мощнее обычного, но при его использовании повышается ваш уровень обреченности. А у меня, по-моему, нет такого оружия даже еще. Но я буду иметь в виду. Здесь палатка. Лавка торговца позволяет приобретать предметы перед походом в подземелье.
Ладно, давай разблокируем ее. Так. А здесь никого нету. А здесь кто-нибудь появится? О, круто, круто, круто. Круто, здесь я могу купить бомбу, 50 монет, и мешочек с кристаллами за 30. Ладно, будем иметь в виду. А это кто? Статуя воина. А как это я тут оказался вообще? Я не понял. Как это я тут оказался? Минуточку, секундочку. Я был в другом месте вообще. Вообще в другом месте был. Куда я попал? Как это? Где я был? Я что-то потерялся. Пруд-то где? Пруд, покажите мне пруд. Я к пруду выходил. Вот, я сюда шел, да. Вот сюда, потом налево, и вот он пруд. Как-то торговая лавка туда переместилась. Странно. Ну ладно, допустим, это я читал, да? Да, про проклятое оружие. Давай сходим сюда, посмотрим, что тут у нас. Тут у нас чего? Второй этаж. И здесь можно увеличить запас энергии. Ага. Туда мостик нужен или как-то перепрыгнуть? Там он тоже что-то интересное лежит. Запас энергии, я даже не знаю. Ну давай, запас энергии, ладно. Разблокируем. Скверно очищено. Я могу это как-то забрать или что? Оно куда-то исчезло. Но по логике вещей у меня энергия плюс 5 теперь. Так, давай, может быть, паладина возьмем, новый класс возьмем. Разблокируем. Или за мага. Подожди, давай лучше за мага. Паладин — это ближний бой. Так, неинтересно. Пойдем мага разблокируем. За мага, да? Так, скверно очищено. И куда ты, маг, перетащишься? Он должен в зал статуэток переместить. Да, вот он. Вот он, маг. И значит, смотри, характеристики 25, 25, 40. Посохи расходуют на 33% меньше кристаллов. Это круто. Навык — синтез. Магические посохи не тратят кристаллы. Магические посохи? А их скорострельность увеличивается. А, ну это навык, все, я понял. Оружие, магические посохи, кинжалы, мечи. Стартовые предметы, дополнительный посох, шкатулка с кристаллами и, в принципе, все. Ну давай, будем играть за мага. А у странника у него 30. Ну понятно. Вот такие вот характеристики у него. Ну, поиграем за волшебника, ничего страшного. И у меня еще 4... А, у меня всего 4 этих осталось руны. 4 руны, сейчас я посмотрю. Воина могу? Да, давай воина разблокируем еще. Вот. Посмотрим, какие у него характеристики и навыки. Так, воин, значит. О, здоровье-то у него, конечно, прилично. Но у него какой-то черепок огненный появился. Типа он от огня будет страдать или что? Посохи расходуют на 50% больше кристаллов. Еда восстанавливает больше здоровья. Навык берсерк. Вы наносите на 100% больше урона оружием ближнего боя. Получаете на 50% меньше урона. Ага. Оружие. Магические посохи, мечи, палицы. Стартовые предметы. Солдатский меч. Удостоверение воина. Стеганый доспех. Или стеганый. Не знаю, как правильно читать. Стеганый, наверное. Стеганый доспех. Вот так вот. Но здоровье у него, конечно, навалом. Но я все-таки хочу за мага поиграть. Так, вроде бы все. Руны я все исчерпал. Че, пошли снова в подземелье. Надеюсь... А я откуда начну вообще? Ладно, погнали. Сейчас узнаем, откуда начнем. Я надеюсь, что с 4 уровня, да? Ой, отсюда? А почему отсюда? Погоди, инвентарь. Но у меня есть шкатулка с кристаллами. В начале каждого уровня вы получаете немного кристаллов. Понятно, спасибо. То есть тут, в принципе, не так много подземелий, как я понимаю. Их тут штук, наверное, 5 или 10. И если ты сдыхаешь, ты начинаешь все по-новому, да? Все по-новому. Ага, от огня пострадал немножечко. Но тут зато много бомб. Блин, это получается и заново босса надо будет убивать. Ах ты мышка. Так, а что это я мечом берусь? Давай-ка мы это, посохи будем юзать. Я все-таки за мага играю, как бы... Так что надо не забывать про это. Что-то я затупил мальца. Мне бы еще ядовитый посох и вообще было бы огонь. Так, это я забираю. Там непонятно что у нас. Чертовы глаза. Пойдем посмотрим, что у нас тут спрятали в этих телепортах головоломистых. Ничего, погнали. Да, это, конечно, как бы сложно. Если ты сдыхаешь, то ты начинаешь все сначала. Это прям, знаешь, как Elden... Как он? Elder Ring. Игра-то от создателей и разработчиков Demon's Souls. Да и Demon's Souls такой же был. Сдыхаешь и начинаешь все сначала.
взаимодействовать. Ага, это выход. Понятно. Значит, идем сюда. Тут еще руны. Тут у нас еще в дверях. О! Жемчужный череп, артефакт. Превращает трупы рядом с игроком в опыт. Отлично, очень отлично. Только 20 единиц энергии, это, конечно, многовато. Здесь что у нас? Реликвия увеличивает сопротивление заморозки. Нормально, пойдет. Пойдет. Теперь на выход. Теперь на выход. Оттуда мы пришли. А здесь выходим. Про трупы. Сейчас попробуем использовать это. Опыт — это всегда круто. О. Но надо, где больше трупов будет. Тут сейчас маловато. Так, значит, получить 3 бомбы не надо. Увеличивает максимальное значение уровня обреченности. Увеличивает защиту от физического урона. Да, вот это возьмем. Вот это возьмем. Вот тут дверь. Пойдем с туда. Пойдем. Мышка. Пышка. Я еще видел тебя. Готов. Давай артефакт заюзаем. О, отлично. Еще один. Не-не-не-не-не. Готов. 3 штуки, отлично. Юзаем артефакт. Вот и опыт. Ништяк. Энергию забираем. Жучок с деньгами. Бабки, бабки, кони. 25 золотых. Отлично. Так, ну что там? Можно туда сходить? Можно... Ну давай туда... Подожди, нет, давай сюда сходим. Вперед. Тут миража нету? Не, нет миража. Значит, идем сюда. Синький жучок. 2 штука. 2 штука здесь. Тоже тупик. Придется все-таки назад возвращаться. Окейшики. Окей-окейшки. Так. Сюда пойдем. Там что-то коричневое есть. Коричневое. Я забыл, что это за обозначение. Мышка. Готов. Крыса! Какая опасная крыса. Что-то у меня закончились кристаллы. Со льдом. Это не круто. Так. Там лучник. Нет, это не мираж, стенка. Угу. Привет, ребятки. Жалко, здесь бочек нет взрывных. Монетки. О-о-о, печать. Печать, печать, печать. Так, тут ничего. Идемся. А вот и бочки, пожалуйста. Сюда можно кого-нибудь заманить. Сюда можно заманить кого-нибудь. Кристаллы огненные. Спасибо. О, а это что? Кто такой? Прикольно. Летающий мешочек, который внес себе кристаллы едкости. Так, пожрем. Отлично. Хорошо. Хорошо. Ну чё, тут вроде бы тупик в этой стороне. Поэтому надо идти за печатью. Готово. Мышка. О! Получить 50 золотых, увеличивает урон кристального оружия на 10, увеличивает сопротивление всем негативным эффектам. Ладно, давай увеличим урон кристального оружия. Сожрем. Сколько тут еды-то? Спасибо, что так встречаете меня. Я очень рад. Можно бомбу кинуть, но зачем? Бомбы мы оставим для тайников. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, у меня сейчас закончится. Оружие. У меня оружие закончились. Но я их так убил. А, посох. Хороший посох. Можно его сменить. Давай мы его поменяем. Вот так вот. И здоровье. Чего у меня по здоровью? По здоровью нормально. Так, походим. Так, воспользуемся, значит, чем? Тут у нас... Давай вот так вот сделаем. Черт, не достает. Ну, в смысле, энергии нет. Давай вот так вот сделаем. Там, да, и здесь тоже, отлично. Очень много опыта у нас будет. Балдежно. Хороший артефакт такой. Сейчас уже левел 3 будет у меня. Тут у нас ничего интересного. Можно вот сюда сходить. Давай сходим. А, закончилось. Но где же зеленый посох? У меня так дофига всего для зеленого. Ну, в смысле кристаллов. Взрываем этого слизня. Деньги, деньги, дребе, деньги. Привет. Мимо. Мимо. Я не такой мощный, как ты, типок. У тебя меч такой большой. Готово. Здесь. Ну-ка, чё? Ай, все забываю, что. Сколько мне этих отваров надавали. Что мне с ними делать? С этими отварами.
Привет, ребят. Здесь еще один сундук. А где ключи-то? Ключик дайте мне кто-нибудь. Готов? Не-не-не-не-не. Так не пойдет, вот. Отлично. Можно мне как бы тут... Да, нужен ключ. Но я здесь ни одного ключа не видел. Вы так издеваетесь надо мной. Вот, может быть, тут осталось еще парочку дверей. Две двери, может, там ключи есть. Я надеюсь на это. Готов. И опыт. Так, мгновенно нет. Вместимость инвентаря увеличивается на 3. Увеличится сопротивление всем негативным эффектам. Инвентарь увеличим. Блин, тут тоже нет ключа. Ключа нету. Мираж, стенка. О! Компас, реликвия. Отмечает на карте дверь, ведущую на следующий уровень. Ну, такая себе реликвия, конечно. Ну, ладно. И если есть, то пусть будет. Ключик, ключик. О, карта, отлично. Когда уже всю подземку открыл самостоятельно, мне дали карту. Как бы... Я не вижу тут ключа. Это нечестно. Почему со мной так поступают? Скажите мне на милость. Где же ключи? Ну, где же ключи? Так, ключик? Ага. Ну, по крайней мере, я теперь посохом могу пользоваться. Сколько мышей сдох? Ой-ё. Не. Наверное, будем закругляться, потому что это... Сегодня не мой день, явно. Явно не мой день. Бомбу... А, мне ничего не оставили. Слушай, ну у нас есть 6 рун. Мы можем что-нибудь ими открыть. Пойдем, что-нибудь откроем и будем закругляться на сегодня. Статуя паладина нам не хватит. Здесь я могу пройти. Дверной проем куда-то. Ладно, давай, посмотрим, что там у нас за этим дверным проемом. Тут есть тайничок и арка какая-то. Точнее, не тайничок. Хроника. Хроника, а не тайничок. Магнус все-таки добился своего. Сегодня капитан разрешил ему продолжить опыты. Правда, с условием, подопытные должны быть не больше кулака и при этом не иметь никакой возможности выбраться из своих вольеров. Даже интересно, кого Магнус найдет для своих экспериментов. Похоже, он и сам пока не знает. По крайней мере, сегодня все утро он бесцельно слонялся по крепости, действуя всем на нервы. Портал номер 1. Занятная вещица. Смотри, что написано. Позволяет переместиться на 4-й уровень подземелья сразу же. Почему бы его и не открыть? О, вот это классно. Вот это то, что нужно. То есть я не всегда буду начинать с самого начала. Вот он, этот телепорт рядом с королем. И это круто. Ну что ж, на этом тогда заканчиваем. И следующий ролик мы продолжим с 4-го уровня. Это очень обалденно. Так что не забудь поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан на канал, и на Яндекс.Дзен также. Ссылочки будут в описании, куда дублируются все ролики с YouTube на всякие пожарные. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрел. Увидимся в следующем ролике. Так что до встречи.